Меня плохо слышно, ты говоришь, Миш? Тебя очень тихо слышно. Очень тихо. Да. Прям вообще невероятно тихо. Не на стриме, именно в диссе. Я понял. Ну, сейчас прибавлю чуть-чуть себя. Может быть, так лучше будет. Так. Ну, вроде что-то лучше. Ну да. Если ты что-то делал. И тогда я тебе угловые поставлю. You ready, bro? Yeah. Last. Так, Рома, ждем и начинаем. Там как-то странно сделали, типа, если третий матч есть, то кидает его первым не тот, кто первым кидал, а тот, кто выше в группе был. Ну, я так понимаю, что мы выше в группе. Если мы вышли с первого места. А если дальше будет сетка плей-офф? Ну там, Тогда видимо, по что? очкам или еще что, не знаю. Спасибо, Лукалорд, за удачу. Большое тебе спасибо. Пожелал удачи, капитанишки. Поэтому что, форма за фапоинты появилась? Будто... Какая? Там, походу, можно форму теперь за FIFA поинты покупать и паки с перформансами. Вкусно, вкусно. Пиздец. Все, кидаю тогда. Так. И мы начинаем Албания. Все они даже играют в сборной, в команде, в сезонах. Но что-то стата тут такая себе. Так, погнали. Так, поменялась форма? Да. Отлично. Кажется, конечно, лучше было бы наоборот, но... Посмотрим сейчас. Посмотрим, какие у них шорты. Я думаю, что они у них белые. У нас тоже белые. Ну, ну и хуй с ним. Тогда у них красные, наверное. Пройдем, так пройдем. Поехали. Ну, вроде нормально. Ну, если кому-то плохо, может быть. Ну, Ики тут вроде нет, которому хуево, так что. Ну, играть можно. Ну, в следующий раз что наоборот. Хорошо. Здесь можно было, в принципе, и по флангу. Ладно. Ой. Посмотрим, что они... А, у них 3-5-2, да? Ну, значит, игроки бы по крокам играете. Скину, скину, прессинги. Наебал. Блять, не туда пошло. Шрек, ты опять чуть-чуть высоковато. То есть ты не ЛФ, а ты ЛП. Чуть ниже был бы сейчас, тебе пас бы дошел. Ты заранее... Ой, я думал, ты треку дашь. Чуть-чуть, ребят, на, поиграйте на своих крайков. Если мы будем так в центр пихать, там будут забирать меня. Ебать, это спасибо. Счёт. Это Миша. Ну я на полную выжил. Угу. Подбор забирай. Ай. Ну буду под тобой как бы. Угу. Могу дальнюю навесить. Сразу пасик прозевал. Давайте через розыгрыш. Подойди, Фил, пожалуйста. Чуть левее флажка и на бливку навесь. Что да. Бля, ну у нас там Дима один дисмас. Ладно. Давай на дисмас, нормально.
Давай. С это, Влад, чуть позади, Влад, ты не выбегаешь, здесь масса выбегает на ближак. Да, хорошо, я думал, что на меня пойдет просто. Понял, немножко, кстати. Так, тут подсели. Хорошо. Ой. Игроков держите, главное, до конца. Конечно, фланг. Хорош, я бегу. Надо еще по фангу. Топу. Жопа. Хорошо, нормально. Нормально. Ой, бля, надо Хорошо, шутить. хорошо, нормально. Втором. Угу. Бля, unlucky. Там жестче, бля. Сбегай на ца, посмотрите их. Хорошо. До конца. Не. Угу. Мы две лесбиянки. Ножницы, хорош. Получается. Хуясин спину. Давайте подожмем. Тут у них. Косово. Скидку держим. Хорош, не смысл. Через дом можно ли, Миш? Далька. Бля, Саш, побыстрее, брат. Ну, я же на фланге. Да, я начал бежать. Ну, поздноват. Поджать, поджать. Забыл сразу с ним. Спас, можешь встречать там сзади, а против одного двое играет наш, так что норм. Фланг есть. Угу. Бля, мы долго так действуем вот в этом полуфланге, аж штрафной. Хорош, Фил. Шрек. Второй темп можно найти. Синдикаты мешают. Блин, вообще не так пошло. Только нахуй. Хорошо. Пошли нам игроки. Фланг, если получится. Налево можно там, ну либо тут, окей. Тут свободный центр можно проходить. О, блядь! Хотя бы не знал, что ты забежал. Ну, я бы... Хорош. Хорош. Ебать, от меня он и какие-то нахуй. Ну, это пас был, это Анри. Надо рандомить с этим автобусом. Форма на самом деле пиздец. Да, бля, у меня глаза пизда напрягаются. Хватит. Особенно белому хуево. Хорош. Сам немножко больше по на X поиграть попроще. Ладно, я сам пока. Что на второй развернуть по флангу за тобой вообще? Бля. Бля, нет, туда. Я, ладно. Чуть больше на X. Далька, спам. Там очень много этих бля, игроков. Ладно. Нормально. Нормально. Я что-то не ждал удара мои чуть-чуть это. Как глубоко так увидеть. Так, я что, смотрим. Я просто я второй не буду разберу. Тыкать, когда есть. Видите. Хорошо. Прошу. Чё? А, наш. Через близ нас. Бля, через этот световой. ЛП, ладно. ПЦЗ есть. Хорош. Хорош, лайкер. Можно назад, и я на Рому. Можно Рома. Назад. Ой, отлично. Да. Бля, да что это? Я не добежал. Он слетел. Чё за хуета? Сать, пусть лежать. Возьмите назад, не дайте скинуть форвард. Блять, вообще должна была голевуха быть. Ну, я бы, наверное, хотя не факт, может, и бил бы. Я не там понятно. Не успевал, потому что я стоял, чтобы на меня не полетело. К
что-то не могу. Последние секунды просто на вынос говорит. Хороший матч. Давайте все сядьте в штрафную. Контри не будет тоже. Хорошо. Смотрите, мы утыкаемся в их защиту перед штрафной, потому что начинаем либо финтить, либо очень узко играть. Чуть пошире фланги играете, и можно чуть повыше. Соответственно, у них 3-5-2, два форварда только спереди, и один сап балансирует где-то между защитой и атакой. Соответственно, спокойно мы можем контратаки ловить без проблем. Соответственно, крайки можете не сильно переживать о том, что за спину пустите, и все. Больше через второй темп отыгрывайтесь, потому что мы постоянно пробегаем с фланга, и очень долго оттуда мяч доставляем в штрафную. Мы там либо финтим, либо еще что-то пытаемся придумать, какую-то передачу в центр, но это не проходит, потому что там уже очень много игроков. Через цопов поиграйте побольше поперечными назад, и дальше мы можем раскатывать их уже спокойным образом. А мы пока что-то все пытаемся в центр долбиться, еще и очень узко это делаем, блядь. Это, конечно, не сработает. Чуть быстрее в ножки и на второй отыгрывайте с фланга быстрее, все. Хорош. Хорош, Никит. Твой локер. ЛП вообще один рукой. Либо так. Тебя не вообще нас не прессует, можно спокойно проходить. Хорошо. Нет, ЛП, вообще. ЛП один. Ну уже, ладно. Ой, да блин! Лучше бы под руку не белому. Миша, отлично. На второй пасик просто сниму. Там, бля, и тут пошло тоже, я тебе... А второй рум, или самого? Еще пас. Ой, жопа! Я думал, он пролетит, сори, пора. Пацаны, меня там вообще не любят, Андрей. Поэтому еще... Ну, кстати, я, опять же, смотрел, я не увидел, когда это подсказал. Где? Вот я. Че белым? Блоки ебаные. Да-да-да, еще лучше, они, все, они все узко, просто у нас на полукруге второй атак подряд уже стоит игрок, мы туда пас не даем. Причем это форвард, оказывается. Ой, белые поменялись. Хорошо. Сосать плюс лежать. Ну, давай. Ага, да. Обидно. Поджали их тут, давайте. Угу, неплохо. Все спокойно, там нас мяч вот. Главное... Ага, я кидаю. Никит, тебе. Перевод. Отлично, вообще супер. Можно по флангу сразу запускать. Да, ладно. Беги, белый. Дай мне. Бля, ладно. Хорошо. Хорош. Еще... А, блять, что почему это? Владу пошло? Произошел мем. У нас нету одного кого-то. У нас выли, да. А, нет, есть. Нет, в смысле, все на позиции. Ничего не было просто. Бать за нос. А, отворот. Понимаю. Тут поджали их, давайте опять. Нужно второй забить. Их не заебало еще. Эх. Бля, не отлетело. Давай на второй. Могу на дальку навесить, Шрек. Мимо, на подбор. Нормально наш. Хорошо. Ой, блядь. Ой, мне жалко, что не на Шрека. Да что это, блядь, нахуй? Блядь, что? Сосать, блядь, нахуй. А что будет? Ну это пиздец какой-то, нахуй, чёрт забивает. Я там на ЛТ, ну и на Л2 стоял, да. Такой рофл. Саш, что это Герт Мюллер, он просто ждет отскоки. Ну а чё, блядь, так они задав... Ой, назад давал. Чисто белорусский Герт Мюллер. Бля, ебать, у меня вопроки нету. Просто сели сейчас до конца. Не выбросимся. Их тактики, так сказать. Хорошенькие. По флангу можно вообще закинуть даже. Цап скинул. Ой, вообще супер. И один Шрек тоже есть. Ну сам смотри. Не надо. Я подбор... А, не, нихуя не возьму.
Бля, там по флангу просто. Не-не-не, что-то пизда плотно. Да я хотел. Можешь вернуть, Шрек? Бля, слабо пошло, сука. Бля, хули? Блять, как же в сторону периферическим смотреть? Че? Ой, это... Блядь, какого? Тут сразу форварды подожмите, их ЦЗ не разыгрывает. Со... Гули ебаные. Сори. Хорош. Отлично. Давай стеночку. Давайте еще. Третий забьем еще. Второй есть. Ладно, я назад лучше дам. Еще можешь? Да, да. Рома. Сам. Нет. Бля, неужели навес навешивать надо, блядь? Не, навес не пойдет. Нет, тут просто ситуация. Навес не пойдет, да? Ах ты ж гнида. Я думаю, что нет, по крайней мере, не должно. Там, опять же, забросы так летят, как летят. Сзать. Блядь, не перехватил, просто сели. Миш, иди направо, я слева тогда. Отлично. Как он без стамины сделал-то? На. Поймал? Блять. Успеешь? Пизда. Заброска же говна просто был. Надо было повернуть еще немного. Штурвал. О, классика наша. Бля, ой, бля, да. Пенка. О, пенка, да. Давай, Фил. Решай. Вот там бабл. Давай на ближний полукруг. Отлично. Че? Че? Сзади у них дохуя народ, так что либо сядь. Обреза нет. Через СЗ сразу. Сейчас обосрутся. А, не, будут выносить. Давайте чуть подсядем. Ниже. Подбор забираем. В центре главное. Хорошая мощь. Отлично. Не знаю, что происходит. Просто. Хорош, Миш. Последние атаки остались. Давайте забьем третий. Блин. Нахуй. Бля. Нам пизда, парни. Помогите. Я спокойно просто отыграем до конца. Дальку забегает, смотрим. Хорош. Ну нахуй. Прям матч надо форму все-таки поменять, потому что. Окей. Ну мы в белый будем играть, в любом случае, они в красный же вторые. У них темно, а там темно, а красный. На периферическом вообще нихуя не видно. Когда там куча еще их нет. На периферии. Yes. Ну, хорошие голы забили, рабочие такие. Типичные против автобуса голы, там другие, мне кажется, практически невозможно забить. Можно. Нет, мы могли забивать гола 2-3. А, это да. Там просто смотрите, ну, как бы были ситуации, когда можно было чуть шире сыграть, а не в центр. Когда там Шрек, например, забегал левее всей кучей, и он был один. А мы все равно пихали в центр. Ну и с Ромой. Я не помню таких ситуаций, конечно, но со Шреком. Не, просто... у меня почти не было. Вот, соответственно, так будет чуть проще. За один матч больше отборов, чем за весь сезон. Встанем. Это хороший матч или плохой сезон? Ну я просто обычно чилю. А там вот эти долбоебы, они раз пять обрезались. Вот, все кэпка. Ладно, раз забей.
будешь бить дальше, Фил? Надо давать тому, у кого плойка пятая, потому что у него кадров больше. А, ну вот как раз Фил. А, ну ладно. Если там 60 кадров, то это имба. 100%. Че по следующей фифе? Она будет уже только на пятый? Думаю, это летом скажут, и вряд ли, потому что... Я думаю, мало. Многие не перейдут, а чё, сейчас еще дефицит достаточно серьезный. Ну ладно. Там поплавнее игра или один хуй, разница ноль? Для меня разница ноль. Понятно. А, Рома, тебе тоже пятый? Точно. Может, пепинки ведь будешь? У кого у нас еще пятый? Нет, спасибо, ребят. Вам лучше не видеть это. А, кстати, пенки-то в 60 кадрах? Я хз, честно говоря. Пиздец. Я не знаю. Фифу для этой плойки вообще даже не качал. Знаете, чуть поаккуратнее сейчас. На гостевом будем пинги. Хуй знает, что там будет по коннекту. Так что начнем поаккуратнее, а дальше посмотрим ситуацию. Ну, либо так же будем высоко все играть, либо уже пройти чуть пониже и цоп. Они достаточно неприятно все равно убегали в контру. Так, что там у нас? Крески. Где эти уебаны, блядь? Я уже, блядь, устал пить, нахуй. Пиздец, токсик. Пиздец, конечно, токсик. Да хули они бедолаги, нахуй? Чё делать-то? Смотри, ты вот затокситничаешь, ещё и бухаешь. Тебя дабл токсисити. Сейчас я по-другому не умею. В смысле, сдохну, не надо? Всё, они кинули, погнали. Ну или это, или панкреатит заработает. Панкреатит? Ты чё, блядь, смотришь, что без него случится? Не надо метковано. Ну так ты вот не будь токсичным, к албанцам. Так не бухать или не токсичным? Блять, а эти албанцы, они же вон этого, как его, калашиновца нашли в Лондоне, так и тебя найдут. Они, блять, не доедут до Екатеринбурга, нахуй, ты чё, блять, не заблудится, нахуй, в лесах, блять, в горах. У них там серверов нет, поэтому извините, да? Конечно, хотя... они по серверам же, блять, идут, нахуй, а нет, у меня, у нас тут, нахуй, нету близко, они блядь. До Швеции доедут и все. Они в Москве потеряются, бедолаги. Там их панкреатит найдет. Погнали. Вот так лучше намного. 52 пинг. Ну, кстати, так вообще. О, 36 пинг, заебись. Я албанец. Один на фоне.
Наверное, пиздец, поэтому я быстрее играю. Я сам пойду. Блять, на волне давал. Лайк. Хорошники. Все сели. Я с ним сыграю. Хотя вряд ли успею. Давай, может ты. На фланге есть, на фланге есть, можешь забрать. Это не красное. Через ближнюю, давай. О, я понял. Но... Верно. Мне хуй делать. Там тоже. Казалось. Прилетел. Ебать. Курай, разменялись, так сказать, любезностями. Ну, да, Никите тоже. Но они в суде за них играют, я понял. Смотрите, забегающих за стенку. Угу. Там еще один подошел. Он, скорее всего, правда, забрасывать будет. Ну тут как бы, извините. Блять. Хорошо, не хочу. Мое. На панк. Произошел мем. Да, не, я зря на ход дал. Надо было в ногу пихнуть. Блин, хорошо. Буду. Нет, как помедленнее. Верно. Нихуя. Произошел мем, как ты говоришь. Можем мать через белого это сделать. Хорошо. Здесь можно. Не наш. Подсели. Давай, Ром, лучше, просто вытолкал его нахуй. Да, и цопа, и заброс, ладно. Но нормально, так тоже нормально. Ой, подбор за... Я выиграл. Проебем сейчас мы. А меня тянет, нихуя. И проебался. Тут можно встречать... Ой-ой-ой-ой, печаль. Хорош. Хорош, классненький. Так, без выноса, блядь. По флангу есть, по флангу есть. Так, что-то я очкую поперёк давать, лучше вратарю дам. ЛП, ЛЗ один. Один, один, один! Ладно, что страшно, играем дальше. А гостевые, кстати, работают или нет? Да, да, да. Что страшно. Ёбаный ад. Спокойно, наш мяч. Ёбаный ад, что происходит, блядь? Нормально, давайте забьем, у нас хороший шанс сейчас. Через хила, ага, и побежали. Нормально. Верно. Неверно. Никита, страхуем тебя. Хорош. Саш. Бегу. Вадим, сбегай, бегу. Ой, отлично. Мама. Хорош. Блядь. Давай еще можно. Давай еще можно. Угу. Хорош. Куда он, блядь, отскакивает? Назад попробую. Там ЛСЗ один у нас практически всегда. Можете на него отпихивать тем же навесом. Хорош, здесь мы... Что-то мы пока... Да, ребят, у вас теряем с цепочкой. Один на фоне. Хорошо. Угу. Где на фланге до сих пор? Будешь делать? Хорошо. Бля, я думал фору, да, даже я под него бы открыл. Вот уже. Мне даже не притянул толком. Так, я понял. Просто погоди-ка. Хорош. Можно кипер. Да, вынос лучше. Тут угу. Опасненько. Саш. Папа. Блять, ну ты мем. Постарайся, Саш. На правую руку. Под белого с козными. Да я давал с козным, ты видел, как он полетел? Давайте типа нормально. Я... Дальше смотри. Ладно, уже не надо. Проебал. Бля, это судья, я его крою.
Блять, она заебала, сука, не проходить. Просто даю нахуй тут открытым, блять, куда это идет, нахуй. Смотрите, у нас Шрек забегает постоянно один на фон. Я там вообще просто. Можете его поискать. Просто на смеще не держится, я хочу чуть-чуть подконтролить. Полки давай. Мы их полконтролили. Не, нам сказали поконтролить, я уже настроился. Может, давай еще раз сделаем. Я далеко. Смотри, я справа один. Ой, бля, ебать. Да я, бля, я ждал вообще навес уже, я что-то, блядь, вообще мозг сейчас выключил. Далековато было немного. Да не, вообще-то, блядь, уже мозг... Всё, Дим, короче, не задача нет на эту хуйню, это реально перестаю думать уже. Так. На поле. Есть, попал. Стоп. Да ёб твою мать. Чё, у меня руки кривые? Некрасно. Нужно просто назад сыграть сразу, нам. Сразу вперед, нам не надо вперед играть, быстро. Нужно катать мяч. Всё, со мной там уже сидит. Чё? Перевод. Переведите на ЛСЗ один. Угу. С тобой. Фил. Всё, я ЛП один, побежали. Сразу, можешь там сразу, ебладу. Блядь, хуй его паспорт, что нормально был. Вы. Ага. Пенка. Перебил. Играй. Второй там. Давай, Каш. Да. Последняя минута, аккуратно здесь отыграем. Бля, я давал второй раз раньше, что хуйню сделал какую-то ебану. Ну, короче, смотрите, мы, в принципе, не сказать, что они сильно прям так играют, просто мы сейчас сами себе доставляем проблемы. Мы, во-первых, мяч теряем на ровном месте при выходе из обороны в атаку. Мы можем просто ебашить переводы каждый раз, и все, и спокойно от их прессинга выходить. Но мы стараемся что-то сначала помельчить, а потом уже нет варианта играть низом дальше, мы начинаем выносить туда, где уже нет никого. Заранее просто переводите, и все. И не зацикливайтесь на каких-то определенных, блядь, передачах там. Просто играйте свободнее, по всему полю смотрите, и все, блядь. Сейчас форма нормальная, никаких проблем вроде как нет с обзором. У нас практически всегда есть вариант перевести, и даже не обязательно переводить на другой фланг. Можно на дальнего ЦОПа переводить слева, можно на дальнего ЦЗ переводить постоянно. И больше ищите Шрека забросами, потому что он практически весь первый тайм бегал один. Может, ему навесом в ногу туда дать просто, чтобы туда мяч перевести, и все. Я типа он говорил, когда он открыт, когда он хочет принять. Было бы удобнее чуть-чуть. Окей, Шрек подсказывает тогда. Отлично. Да. Хорошо. Хорошо. Молодец. А, тут хорошо. Назад успеешь? Долгал? Хорош, был верхом дальше. Блять, хуй. Так, ну-ка, погоди-ка. Просто садимся, тут у нас преимущество есть. Хорош. Хошер. Я есть, типа, но меня нет. Можно перевод туда, да. Хорош. ЛП один, ЛП в ногу один. А, уже все. Да, вот сейчас пока. Мне помешали геймпад. Только по карте увидел, что пизда, блять, это обратно было. А это волки было. Можно еще мне. Верно. И Филу. Бля. Уже все хуево идет. Есть такое. Шрек, давай. Блять, пиздец, у меня прием охуенный. Педрилкин. Педрилкин, ну зачем ты так мою фамилию коверкаешь? Хорошо, муж. Угу. Хорош. Ну-ка, пойдет? Да. Знаешь, пойдет. Да бляски, хуй, там у тебя сет. Блять, ебал их матерей, нахуй, блять, албанцы. Там офсайд был, какая разница. О, ответочка. Бля, понятно, ёпта. Ну, Саня не пользуется моментами, блядь. Пиздец. Нахуй побежал назад, блядь. Что-то не страшно. Все. О, я понял. Блять, я думал, ты их игрок. Я сначала тоже, но потом увидел, что нет. Ну, сейчас обострю. Хорош. Миш, беги на втором.
Я на вторую сейчас просто, Владик. Там один Шрек стоял. Шрек, вы... Би. Пока. Да нет, красные в этой игре вообще не дают, а мне не тянет нормально. На суд это ебаный. Блять. Хорошо, нормально, давайте контра хороший сейчас будет. Да что, ну, блять! Они заебали. Давай, давай, по фланг, давай, по фланг сразу. Угу. По ЦЗ один стоит, можно туда спокойно. Хорош. Саш, беги. Я не давай низом, просто низом. Хорош. Не смысл, давай чуть ниже, потому что там у нас сзади сейчас жопа будет, если мы обрежемся. Оп, сохраняй, блин. Я мог дать, наверное. Что-то тебя никто не страхует из наших цопов. Получается там 2 в 2. Да сука, пытался. Дим, еще ниже, братик. Не выбрасываемся до конца сейчас. Спокойненько. О, бля, жесткий разрядился, сука. Заебись. Я выношу нахуй. Хорош. О, бля. Выебать. Давайте просто мяч поконтролим, сейчас разберемся. Спокойно, не будем вперед выносить. Бля, дожать нахуй. Контроль. Его защите так себе. Понимаю. Давайте просто свой момент найдем. Не будем в контроль форсировать вперед. Жди. Сам тащи. Спокойно, потом мы будем. Ой, можешь. Ай, что с приемом-то, ёб твою мать, блядь. Чё я, блядь, я просто кнопки не жал, нахуй, нихуя. Не, нормально. Фил отыграй. Все, уже профа на второй. Да, уже все поджарно, сорян. Все, попробуй Филу на ход кинуть. Фил, беги, да. Нормально, тут зажали их, смотрите, ЦЗшников форварда, чтобы назад не скинули сразу. Угу. Блядь, живи, брат. А я просто упал. Немножко приунул. Хуёво. Хороший маш. Фол. А через ближнего поехали. Ебать мой хуй. На ПП один. Угу. Сразу за тобой. Волки, сбеги. Бля, лагает. Меня что-то залагалось. В момент паса. У тебя там не было шансов забросить. Да и там просто залагало. Я мог помимо забросить что-нибудь сделать. ПП один. Все спокойненько. Я останавливаюсь. Оп. Понял, убей. Пенальти. Красная. Давай, Фил, решай. Ладно. Ой-ой-ой, ну, хет-трик. Я уверенный. Что у меня за пиздец с игроком в этом матче происходило, я не знаю, блядь. Да не такой себе. Ай, бля, вот что? Как идеальный отбор, нахуй, он берет туда, улетает. Ебаный свет. Саня, надо бутсы поменять, я считаю. А, реально. Что-то как так себе, блядь. На цветные какие-то. Я недавно говорил, что их же один хуй не видно, нихуя. Жди. Да. Как не видно, на самом деле, видно. Блядь. Я пытался. Нормально. ПЦЗ, либо так. Мне похуй, Шрек. Ой, ну нет. Ну это скорее угар. Мы там низом, блядь, выходили. 6-6-3, блядь. Ладно, все, спокойно. Нормально. Парень, я убил матч. Да. Извините, пожалуйста. Нет. Давайте забьем второй. Сейчас, конечно, повезло, что мы забили, но когда ты мяч принимал первый раз, нужно было чуть быстрее действовать. Там... А когда у них красная была, что-то увидели? Ну, когда пенальти. А,
Там, причем, наверное, даже скорее вторая желтая. Ну, точно вторая желтая была. Я думаю, что если бы была первая, это нужно удалить. Парни, ну мы сегодня кринжей, конечно, половили. Кто кринжанул больше всех, кроме меня? Диспас. Не, вообще Шрек, наверное, кринжанул. В смысле, брат? Ну ты кек или ты лол, я не понимаю. Лол кек. Второй матч мы настолько хуёво играли, что не сделал ни одной отмены крикета. Приходилось выносить Иван, мячи. Иван, да. Ты чё, будешь сегодня ещё что-то? Сегодня нет, завтра у нас получается 4 матча. Ебать, кайф! Два турнира. В этом турнире мы играем с Данией. Плей-офф они выиграли белорусов. И еще играем с... Белорусов выиграть не сложно. И еще мы играем против Омана в другом турике. Оман? Оман. Оман. Может, Омар? Нет, Оман. Это как Ирак будет с 8 европейскими, блядь? Это... Я не знаю. Саудовская Аравия. Рядом Саудовская Аравия. Ладно, давайте всем... Давайте, спасибо. Всем пока. Давайте, парни, счастливо. Парни, счастливо, пока. Пока.